Лига Ставок. Объединяем хоккей. Была сегодня, да, первая тренировка. Мальчишки молодцы, все разные, кто-то умеет кататься, кто-то еще не умеет, кто-то уже давно катался. Ну, стараемся. Встали, за бортик держимся. Хоккей развивается стремительно, уже тоже посмотрел другие возраста, 12-й, там, 13-й, 14-й, 15-й год, очень неплохие мальчишки. Уже, я думаю, скоро будет подрастать поколение новое. На ближайший сезон первым делом научиться кататься. Добиться, чтобы они слушали, дети тренера, и выполняли задания, научились кататься.